Всем привет! Вы на канале TryVetroBass. И сегодня у нас будет небольшой влог, как я ловлю новогодние поезда метро. Но сегодня я путь начну с Павелецкого направления, от станции Домодедово. И у нас как раз сейчас начнется такой вот небольшой лайфстайл, так скажем. Начинается он со станции Домодедово Павелецкого направления. И так мы продержимся до 5 вечера. И тогда я начну возвращаться сюда, в Домодедово. Короче, мы погнали. Мы врываемся в клуб, к себе домой. Мы бери на борьбу, к себе домой. Мы бери на борьбу, к себе домой. Залетаю на бит, будто бы мы домой. Шереметьево бит, будто бы мы домой. Я на заднем пути, в окна возьму. И залетаю, как я, залетаю домой. Это по фангам и такили, перед треками будут. Такими дикими треками били перед тобой. Я залетаю, тут прям залетаю. Я залетаю, тут прям, будто бы мы домой. Молодой, в бары как домой. Вот сейчас мы проезжаем МКАД. И, кстати, очень даже мало машин. Сейчас вот начнутся такие районы, как Бирюлево сейчас, восточное и западное, ну, по соседству западный. Также начнется Чертаново, Варшавка, ну и Нагатинская. Только я проезжаю до Варшавки, чтобы пересесть на БКЛ. А там я буду встречать новогодний поезд Москва-2020. Пожелайте мне удачи, чтобы мне вот этот вот успех сделать. Ну вот я и на Варшавской. Теперь мне надо будет идти на БКЛ.
Ну вот, я уже на Варшавской. Тут достаточно тихо, но народ есть. Поэтому я так сильно кричать не буду, а просто поеду в какую-нибудь сторону, в какой стороне будет находиться новогодний поезд. Москва 2020. Тогда вот туда и поеду. А сейчас пока что непонятно, куда мне идти. Переход на Замоскворецкую линию. Темненький номерной. А чё это там мало света? Экономят, наверное. Давайте теперь ждать на Каширской. Заодно и на Замоскворецкую линию пересядем, там доедем до Павелецкой. А там и поедем на кольцевой линии. Там встретим Вязанку и вторую новогоднюю Москву. План таков. Пока что так, а потом подумаем. Короче, сейчас ехал номерной с таким вот странным маршрутом от Орехова до Речного вокзала. Вот это реально офигеть. Но жаль, что не заснял. Я сначала подумал, что он, как всегда, с Красногвардейской или Алматинской едет. Ну, этим ничего не удивишь, поэтому я не снимал. Но оказалось, что в последний момент я заметил, что он с Орехова ехал. Ну, блин. А вот и новогодняя Москва 2020! Ой, а там кто-то спит. А ну-ка, посмотрим, кто там спит. Пожелаем доброго утра. Давно? А, так тут новогодняя парочка прям. И мусорник какой-то. В новогоднем позе. Ну как? Вы что, издеваетесь? А вы что сейчас спите, ёпть? Вообще доброе утро уже, ё-моё. 7 утра. Я и на Павелецкой. Сейчас перехожу на кольцевую.
Я, короче, не смог поймать на кольцевой линии Москва-2020 новогоднюю, потому что я ее профукал. Куда? Ну-ка. Двери закрываются. Следующая станция – Сретенский бульвар. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Так. О, сейчас очень интересно, потому что... Мне сейчас передал, докуда он сейчас едет. Вот непонятно докуда. Но сейчас мы узнаем чуть попозже. Окружная, охереть. Получается, едем до окружной, что ли? Давайте попробуем. Обычный номерной. А тут такие бадуаны, а, находятся в этом вагоне. Пьют, блюют, спят на сиденьях, облокачиваются. Это что такое? К тому же это, да, номерные. Не, ну вот что это такое? Видите вообще вот это вот все? Вы издалека вообще вот это все можете увидеть. Вот это вот реально что такое? К тому же в этом вагоне воняет вообще, невозможно находиться здесь. Вот слава богу, что я две станции выдержал еще. Первое января, ё-моё. Вообще не хочется находиться. Тут только один адекватный парень. Ну еще я. Ну, я не в счет. Ну короче, думаю на Петровско-Разумовской выйти. Не, ну вы это слышите реально? Не, ну вы реально это слышите? Что это такое вообще? Чурки, блядь, не русские. Не, ну вы реально это видите? Это что такое?
за этим убираться кто-нибудь будет, а? Бляха-муха, это реально невыносимо. Разбрасываться всякой херней, а потом хрен уберешь. Бля, эти тоже, сука, выходят. Прям как же вовремя, нахуй, а? Как же вовремя эти дебилы выходят. Прям вовремя так, прям как и я. О, ребят, тут вообще веселье. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция окружная. Чё здесь творят? Чайте машинисту. Ёпарасы ты, быдуаны недоёшенные. Да что они тут вытворяли, а? Дебилы, реально. Вот не дай бог, это одни и те же идиоты, блядь. Вот такая хуйня, не дай бог. Я сейчас еду гулять, поэтому я вряд ли сегодня продолжу влог. Возможно, чуть попозже. Короче, это была первая часть влога. Ставьте лайки, набираем 20 лайков, и тогда выпускаю продолжение. Следующая станция Варшавская. Ну и под конец я вам засниму отправление Москвы 2020 новогоднее. Ну а всем спасибо за просмотр. С вами был я, 3 метра бас. Всем пока-пока.